да. In их боки. Она, у нее были боли в плече. Да, от креста. Да, от плеча до кисти рук неврологичные боли. Да. И тебя беше постоянно с тренера. И у нее было это несколько лет подряд. Да. Постоянно. Да, куда-то примерно долго в крыках. И которая перешла уже на ногу. Да. И куда-то. И когда Максим помолился за нее. И мы еще частично. Было частично прошла боль. Да. И след това имаше една вечер. И одним вечером, когато имаше обща молитва, когда была общая молитва, и след това той минаваше през територията и се молеше. Он проходил через всех людей, которые были на семинаре, и молился. И това вече изчезна. И это окончательно убрало любую боль. Слава Иисусу Христу!